сможешь выжить. Если Илюша не попадет, то это... Все, Аня проиграла. Ань, давай на... У меня потом уже силоту нет. Силоту? Как это называется? Давай, Илюша, я все равно попаду. Я бы это не знала. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, Мария Сергеевна! Присаживайтесь. Сегодня у нас с вами будет необычный день. Мы проведем урок самоуправления. О, класс! Мы сегодня будем вести уроки? Да, Аня. Сегодня кто-то из вас проведет урок вместо меня. Интересно, кто этот счастливчик? Да, Илюш, ты угадал. Вести урок будет счастливчик, который выиграет в лотерею. Не поверите, я в первый раз не хочу выигрывать. А теперь каждый пишите на листочке свое имя и подходите ко мне. Как же интересно, кто же сегодня будет проводить урок? Только не я, только не я, только не я. А чтобы все было честно, нужно все хорошенечко перемешать. Аня. Я? Yes! Спасибо, Господи! Да, ты. Как думаешь, чье здесь имя? Даже не знаю. Может, Илюша? Почему? Может, это Никита или Маша? Или вообще ты? Не знаю, Илюша. Шестое чувство. Ань, ты как в воду глядела. Действительно, урок сегодня будет проводить Илюша. Нет! Доброе утро, класс. Сегодня я буду у вас проводить урок. Кто не знает, меня зовут Илья Олегович. Итак, открывайте тетради, записывайте число «Классная работа». А для тех, кто не запомнил мое имя, я его напишу на доске. Илья Олегович, я, конечно, извиняюсь, но у вас там ошибка. А я знаю, это я вас так проверял. Где же здесь ошибка? Машенька, если ты нашла мою ошибку, тогда выйди к доске и исправь ее, а я пока пройдусь по списку. Не вижу ничего в этом смешного, вы все невнимательные. А вот Маша молодец. Ребятки, смотрю, что все на месте. Вот только Ксюшенька отсутствует. Ну ничего страшного. Тяу-тяу-тяу-тяу. Моя школа. Значит, начнем наш урок с небольшой самостоятельной работы. Достаем двойные листочки. Ну нет! Так, никаких нет. Я учитель, я решаю. Достаем двойные листочки, записываем тему.
Все, можете приступать. Же самостоятельная. Ой, да подумаешь, сколько их еще будет? Ну да. А во что сыграем? Давай в морской бой. -2. F6. Мимо. B9. Ты выиграл. Отлично. Итак, мое желание. Я хочу, чтобы вы как-нибудь пранкнули Илюшу. Ой, извините, Илью Олеговича. Окей. Кто это сделал? Признавайтесь, кто написал «Учитель-мучитель»? Быстро! Мария Сергеевна, перестаньте мне разлагать дисциплину. Вы сюда учиться пришли или баловаться? Если хотите побаловаться, идите в коридор. Еще одна такая выходка. Двойка в журнал и пойдем к директору разбираться. А че сразу я? Я ничего не делала. Так, я все сказал. Продолжайте делать самостоятельную работу. Скоро уже конец урока, поторопитесь. Илья Олегович, а я уже дописала. Ну тогда сдавайте. И все, кто дописал, ложите мне самостоятельные на стол. Присаживайтесь. Итак, пока не закончился урок, я проведу лотерею, и мы узнаем, кто будет вести следующий урок. Илюша? Илюша? Илюша, вы что, меня подставили? Илюш, я не поняла. Там что, только твое имя написано? Ребят, звонок, нам кажется, пора. Классные друзья, спасибо. Can hang out on the beach with our friends.